Здравствуйте! Здравствуйте! Вот это классно, если правильно. С Новым годом! Давайте им поаплодируем, поздравим их с Новым годом. 3, 4. С Новым годом вас! А теперь вы нам поаплодируйте с Новым годом. Ой, у вас премьер получается, вообще классно. Теперь все вместе, да? Yes! Алексей Чумаков, спасибо тебе. Это его фишка. Он заставляет зал хлопать. Вот, к чему я это? К тому, что мы сегодня будем много петь. У нас сегодня у всех артистов выходной, и они все собрались здесь, в баре. И поэтому по выходу... Жень, привет. Женя, привет. Ксюша, привет. Вот, есть артисты, которые нашли место на диване. И Гаяна тоже нашла себе место на диване, а не в баре. Спасибо вам, ребята, что вы здесь, а не там. А что я хотел сказать? Да, и они все будут к нам выходить и будут с нами петь сегодня песни. Чему мы очень рады. А начнем мы, как обычно, с нашего любимого, с авторской музыки. Чуть-чуть. Там Саша начинает, я все жду, когда же он вступит.
Сергей Гейр, бас-гитар. Сергей Гейр, бас-гитар. Бас-гитар. Трофимова. Глеб Трофимов сам.
вообще, мы не ожидали, что наша идея найдет такой живой отклик. И мы очень рады тем девушкам, которые выйдут к нам на сцену сегодня. Потому что они певицы, но они еще такие музыкальные, они, можно сказать, музыканты. Мы их очень любим и уважаем. И первая из них — это Таня. Большинство ее знают по волшебному клипу, который совсем недавно появился. И по ее сценическому имени Миссанда. Еще можно.
Спасибо этим прекрасным ребятам за то, что они вообще существуют и есть, каждому в отдельности. Лёва Трофимов, Антон Хазыбулин, Сергей Геев, Александр Кульков, Николай Моисеенко. И вам большое за ваше внимание. Прекрасного концерта. Будет вообще супер интересно, я думаю. Спасибо. Ну как, нормально все? Что? Была мисс Саунды, мисс Саунды. Теперь будет прекрасная песня, которая называется Another Day. Ее поет прекраснейшим голосом Фрэнк Маккомб на пластинке Брэнфорда Марсалиса. Мы ее играем немножко по-другому. И поет не Фрэнк Маккомб, правильно Лев Трофимов подсказывает. А, мы же сегодня обещали много песен, сейчас будет много песен. Вот. Спасибо вам, друзья.
Это моя любовь. Привет, Рома. Здравствуй, Даня. Я говорю, сегодня все музыканты соберутся здесь. Все безработные. Всем делать нечего. И все в бар идут сразу. Друзья мои, я придумал историю про эту песню. Она такая. Все ее наверняка слышали уже. Все же к нам приходили на концерты. Я ее расскажу еще раз. Это теперь будет новогодняя история. Вы представьте, вы приходите на концерт. Концерт какой-нибудь группы. Вот типа такой. В зале как бы столики. Вот они, столики такие. Вы все сидите за столиками, будете со своих таких коробочек. А рядом наверняка через столик есть кто-то очень симпатичный вам. Вы так вот оглядываетесь. Один раз взглядом обменялись, второй раз. А вот встать и подойти, познакомиться, вот не хватает. Вот не хватает, потому что, блин, а что он скажет? Или что он скажет? Вот не стыдно же, неудобно. И вот весь концерт пройдет, а вы так не познакомитесь. Это плохо. И вот эта композиция, она специально для того, чтобы спокойненько могли сейчас встать и подойти и познакомиться с тем, кто вам интересен, возможно. Название у этой композиции очень такое, прямо об этом, оно называется «Unspoken», «Невысказанное», «Не держите в себе». Thank you.
все узнали. Сейчас мы будем пользоваться крыльями бабочки. Расскажем про нее. Это очень такая любимая наша композиция. Мы ее уже играли и так, и сяк, и поперек, и на 7, и на полтона выше. А вот версию близкую к оригиналу мы ни разу не исполняли. И вот сегодня нам представилась волшебная возможность это сделать. И поможет нам в этом прекрасная девушка, которая обладает просто неповторимым тембром голоса. Ее зовут Алина. А все вы, наверное, ее знаете как Нани Ева. Друзья мои, Нани Ева. Precious love.
Нани Ева. Нани Ева. А сейчас мы для вас играем композицию, которая называется «Приграничная песня». Нет. Как у вас вообще дела? Мы что-то играем, играем. Как дела? Все хорошо? Что? Что? Да, вот у вас все хорошо. А вот у всех стоит все загадочные, задумчивые такие. Новый год — грустный праздник, да? Ну вы так, пейте больше. Чем больше вы пьете жидкости, тем лучше мы звучим. А сейчас мы для вас сыграем композицию, которая называется, как я бы сказал, «Приграничная песня». Это наша авторская.
Александр Кульков. Сергей Геев. Антон Капитолин. Ну, счастливы быть сегодня здесь с вами. С Новым годом, друзья! Друзья мои, ну, мы движемся, активно движемся к завершению сегодняшнего вечера. И чтобы понять, насколько завершение сегодняшнего вечера будет активным, мы для вас сыграем композицию, наверное, одной из самых знаковых групп прошедшего года. Ну, этот коллектив постоянно как бы удивляет. И напоминает о себе, это коллектив «Снарки Папи». Кто знает их? И вот, наверное, самая крутая песня, которая у них есть. Она называется «Gone Under». Мы специально, можно сказать, подготовили для сегодняшнего вечера. Мы играли один раз на корпоративе. А на концерте мы будем ее играть первый раз. И будет ее петь для вас наша зажигалка прямо сама. Oh.
Oh,
Новым годом! Поклонник Есенина, Александр Кулков, Сергей Геев, Антон Кибибулев. Мариана Савон! Ну что? Сейчас мы для вас сыграем мою самую любимую песню. Потому что пою ее я. Скромно. Я все жду, когда они начнут. Они все никак не хотят это сделать. И для того, чтобы эта песня была лучшей в концерте, чтобы не затмить всех прекрасных вокалистов, вы должны меня поддержать. Да? Ребята, они сейчас перестанут хлопать. Конец пропадет. Просто пропадет. Он уже пропадает. Thank you.
Ну что, друзья, собственно, вот на этом мы и заканчиваем. Александр Кульков, барабан. Александр Кульков. Сергей Геев, бас-гитара. Сергей Геев. Лев Трофимов. Лев Трофимов. Антон Хабибулин. Николай Моисеев. Все вместе мы на Project. Мы очень рады вас сегодня здесь всех видеть. Вы такие классные. С Новым годом вас, друзья, с Новым годом. Он будет самый лучший. А после него будет еще лучше. И еще лучше. Спасибо, ребят. А вам не кажется, что такое количество музыкантов, которые непонятно чем занимаются вместо того, чтобы играть? Может, мы кого-нибудь позовем? Кого звать? Артема на теноре звать. Боря Ионова. Кто куда идет? Кого куда послали? Давайте, знаете, что мы сделаем? Здесь же всегда проходили джемы. Каждое воскресенье. И обычно они начинались с композиции, которая называлась «Нужные мысли о тебе». Ну, в общем, это была композиция Харби Хэнкока «Gentle Thoughts». И мы сейчас увидим брутального Ионова, который исполняет композицию «Нежные мысли». Подтягивайтесь потихоньку, ребят. Сейчас, я думаю, сейчас все только начинается. Женя Лебедев, хватит пива пить, иди сюда. Внимание. Антон Давидянцев. Thank you.
ребят. Борис Иванов. Только что узнали коды для этой композиции. Сейчас сыграем композицию под названием «Когда мы не знаем, что мы хотим играть». Мы сыграем, играем это. Спасибо Рою Харкову, что он сочинил. В принципе, если вдруг у кого-то есть какой-нибудь инструмент, вы можете к нам присоединиться. Антон Хабибулин нас покинул. Были крики какие-то из толпы, что хотят Федора Насумова. Стесняется, не хочет туда выходить. Oh! Thank you.
Сейчас будет страшная композиция, еще одна инструментальная композиция страшная, после которой мы споем наконец-то мою любимую песню, и ребята не отвертятся, они ее споют и сыграют. Борис Ионов. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Hang up your hang ups». We'll be right back.
Должны сыграть эту песню сегодня. Александр Кульков и Сергей Гейер. А эта песня, которая исполняется в оригинале Кэти Перри, а в нашем исполнении она прозвучит вариации Брианы Самон. Я не знаю, что со мной, мне нравится эта песня. Я почему-то не играю, я просто обычно танцую в зале. Это будет песня Firework. Это какая-то мистическая композиция, которая заставляет Николая каждый раз танцевать на всех мероприятиях, где бы мы ее не исполняли. Года. Спасибо.
Ну, если больше никого нет желающих, то, ребята, увидимся с вами в этом году не раз, не два. С Новым годом вам! Счастья много. Все, до новых встреч. Пока.